Стоит в небесах по дорожке. К нам выходит Новый год. Новый год — это радостный праздник. Вот и свет, и улыбки детей. Новый год всех весельем праздник. Дарит счастье и новых друзей. Новый год — это радостный праздник. Вот и свет, и улыбки детей. Новый год всех весельем праздник. Дарит счастье и новых друзей. Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие, милые детки. Здравствуйте, папы, мамы, бабушки, дедушки. Вот так дружно, спасибо. Целый год мы не виделись с вами, соскучились? Да! Да, и я тоже очень скучал. Я смотрю, ребята как подросли, окрепли. Наверное, многие уже в школу пошли. Да! Сколько новых лиц я вижу в зале. Это что ж получается, что у Дедушки Мороза внучатство прибавилось, и теперь нужно еще больше подарков готовить? Да! Не беспокойтесь, дорогие. У Дедушки Мороза подарков для всех хватит, никого не забудем. И, конечно, самый главный мой подарочек сегодня всем вам, кто пришел в этот чудесный дворец театра, будет сказка, которую вместе с артистами расскажет вам мой лучший друг. Оле Лукое! Оле! Оле Лукое! Иди сюда! Ребята, вы знаете, что меня с ним познакомил мой старый друг Ганс Христиан Андерсен. Слышали про такого? Да! Да! А какие сказки вы его помните? Ну-ка! И может еще какие? Снежная королева! Оловянный солдатик, еще какие? Новое платье короля, А старший ученый, конечно, куда придет. А вот скажите, пожалуйста, кто знает, где живет сам Оля Лукое, а? Конечно, в сказке, молодец. Он живет тоже в сказке Андерсена, которая называется «Оля Лукое». Обязательно, когда придете домой, прочитайте эту сказку или попросите родителей. Ребят, знаете, по-моему, я догадываюсь, почему он к нам не приходит. Мы же собрались днем, а Оля Лукое привык приходить по вечерам, когда детям пора спать. Мы сейчас сделаем так. Я три раза стукну своим волшебным посохом в окна. И пусть на этот зал опустятся сумерки. Слышите, идет? Что-то я, кажется, заблудился. Оля Лукое! Здравствуйте, посмотри, пожалуйста, сколько красивых. Здравствуйте, мои дорогие. Вот, ребята, никто не знает столько историй, сколько знает их Оля Лукое. Вот уж мастер-то рассказывает. Да. Вы знаете, обычно по вечерам, когда детям пора спать, и они спокойненько сидят на своих скамеечках или за столами, появляется Оля Лукое. Он тихонечко на цыпочках поднимается по ступенькам, осторожно приотворяет дверь и неслышно заходит в комнату. Тут он прыскает глаза детям сладким молочком, и глазки у детей начинают слипаться, они уже не могут его разглядеть. И тогда он подкрадывается к ним сзади и начинает легонечко дуть им в затылки. Веки у детей начинают слипаться, головки их тяжелеют. И они засыпают. Но это совсем не больно, потому что у меня ведь нет злого умысла.
Я просто хочу, чтобы дети угомонились, а для этого их нужно уложить в постель. Вот я иду в ванную и начинаю рассказывать свои истории. Кажется, я немного перестарался. Вот я их укладываю и начинаю рассказывать свои истории. Да, да, вот. И когда ребята заснут, Оля Лукоя садится к ним на кровать. Да, и всегда у меня с собой два зонтика. Один пестрый, его я раскрываю над послушными, хорошими детьми, и тогда им всю ночь снятся волшебные, замечательные, добрые сны. А другой зонтик, белый, его я раскрываю над непослушными детьми. Такие тоже иногда встречаются. И тогда всю ночь они спят, как чурбаны, а на утро оказывается, что они ничего и не видали во сне. Ну, дорогой мой друг, я думаю, что сегодня в зале собрались только хорошие дети. Значит, тебе понадобится только один пестрый зонтик. Будем надеяться. И вот еще что. Ну, раз уж мы с ребятами собрались здесь днем, ну ты уж, пожалуйста, их не усыпляй, а то они проспят все на свете. Пусть они лучше вместе с твоими героями порадуются, погрустят. Ведь это тоже ведь полезно? Иногда полезно. Да. И, может быть, в крайнем случае, если случится, помогут чем-нибудь. А, ребята, поможете? Да. Да. А я пока пойду. Я хочу посмотреть, как готовятся сладкие подарочки для наших гостей. Ну, до скорой встречи, ребята. До свидания. Yes.
Ты теперь моя невеста. А моя невеста должна знать свое место. А моя невеста не должна носить за собой голову, как какая-нибудь простушка-простушка. Да. Господин Мандарин. Да-да-да-да-да-да. Господин Тентей. Да-да-да-да. Здесь я, братец мой. Посмотри, бедная простушка, какие подарочки я приготовил тебе на свадьбу. Посмотри, какое богатство. Вот это обручальное кольцо. Да, кольцо. А это жемчужное ожерелье. Да, ожерелье. Свадебный наряд. Не нужно мне ваших подарков. Не буду я вашей женой, ни за что не буду. А я говорю, будешь. Я дал слово их козлоножеству. Дедушка! Нет, 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 ни слова больше. Ночью, как только в старом шкафу затрещит, мы сыграем вашу свадьбу. Нет! Да-да-да-да-да! Не будь я китаец. Как же мне все это нравится! Сегодня ночью я назову тебя своей женушкой. Женушкой-пастушонушкой. Ты будешь рассказывать мне сказки. Ни одна из моих фарфоровых жен динь-дон не умеет этого делать. Я буду пересчитывать свои богатства. Раз, два, три, четыре, пять. А ты будешь меня забавляться. Раз, два, три, четыре, пять. Забавлять. Раз, два, три, четыре, пять. Пойдем, ваши средства, отдохнем перед свадьбой. Какой свадьбой? Перед вашей свадьбой. Забавлять. А, перед свадьбой. Ну пойдем, мы тогда перед свадьбой. Раз, два, три, четыре, пять. Забавлять. Дедушка, милый, я не хочу. Ни слова больше. Пастушка, мила, не плачь. Я не могу видеть слезы в твоих глазах. Я хочу быть с тобой. Я не выйду за этого отвратительного козлонога. Нам нельзя здесь оставаться. Право, я прошу тебя бежать, куда глаза глядят. Твои желания мои. Бежим хоть сейчас. Я думаю, что смогу прокормить тебя своим ремеслом. Бежим. Бежим. Я не успокоюсь, пока мы не окажемся далеко-далеко от козлонога. Бежим, скорее. Пастушка, пора тебе наряжаться к свадьбе. Вот и... Она убежала! Она убежала! Сбежала? Да! Моя пастушка? Да! Сбежала! Да! Ну что здесь происходит? Это один день. Ну почему вы опять кричите? Ну кто отбежал? Что? Моя невеста
Бежим, бежим скорее. Спасите! Потерпи, еще
было бы хорошо ничего не делать, вдыхать прекрасные ароматы цветов и мечтать. Жаль только, что бедные розочки приуныли. Ну что ты, они совсем не приуныли. Просто сегодня они были на балу, танцевали. И теперь повесили головки от усталости. Да разве цветы танцуют? Конечно! Ночью, когда все спят, они закатывают такие балы. Просто чудо! Как я хочу на бал! Тогда, милая пастушка, дайте мне вашу руку. Я приглашаю вас на бал цветов! Ваша, 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 ваша,
план твоих беглецов. О, как это мудро, ваша светлость. Господин обер-унтер-генерал-сержант Козлонов так же великий мудр, как наш китайский император. Ладно, ладно, старый жетец. Итак, ваш план. Наш план. Вот так всегда. Придумывай, что за всем. Наш план, ваш план. Наш план. Наш план. Нам, мы должны устроить засаду. Какой гениальный план. Такого бы не придумал даже наш гениальный китайский император. Так, хватит, хватит висеть, дядя. Засаду. Куда? Сюда. Сюда? Да. Погоди, брат. Дверь открывайте, туда заходите. Дверь открывайте, все разглядывайте. Голова здесь всем, рука здесь всем. Распустим, глаза прищурить. Вам не надо. Вы здесь, я там, это засада. Ну, подумаешь, сбежала эта девчонка. Я еще молод,
Подумаешь, у них на 180 лет. Хорош собой. Богат, в конце концов. Пойду и посватаюсь еще кому-нибудь. Я красивей всех на свете, вы меня не бойтесь, дети, от меня не запирайтесь на замок. Ну и что, что я с врагами и с козлиными ногами по-другому осерк вылезать не мог. Если кто-нибудь еще запомнить мое имя не смог. Одно слово «любовь», то и дело «кошка».
что ты, смотри, перед нами весь белый свет. Там наша жизнь, там наше счастье. Нет, это уж слишком, я не вынесу. Свет слишком велик. Ты же сама хотела бежать. Но я не думала, что мир так велик. Я боюсь. Я хочу опять стоять на подзеркальном столике. Успокойся, вначале всегда немного страшно, зато потом... Нет, я не успокоюсь, пока не вернусь. Я пошла за тобой, куда глаза глядят. Теперь же проводи меня обратно. Послушай, милая... Если ты любишь меня. Трубочист уговаривал пастушку, напоминал ей о козлоноге, о старом китайце, но она ничего не хотела слушать. Она только плакала и крепко обнимала своего милого. Что ему оставалось делать? Пришлось согласиться, хотя, честно говоря, не следовало бы. И вот, преодолевая трудности, они спустились по коленчатым переходам речной трубы и уже в скорости оказались в старинном шкафу, где все было по-прежнему. Старый китаец, к счастью, выздоровел и снова сидел на своем прежнем месте. Да, а что же козлонок? Ну что, Цзиньпень? Сердце больше не болит? А... Что... Что-то вы загордились с тех самых пор, как эта парочка вернулась. А мне кажется, что гордиться здесь особенно и нечем. Да, ты что, отдадут за меня пастушку или нет? Нет, нет и нет, ваше красноножество. У меня другой план. Уверен, его одобрил бы даже наш китайский император, не будь я китаец. Пастушка и трубочист навсегда останутся вместе. Да, ну ничего другого от вас, китайцев, даже дать нельзя. Ну, в конце концов, у меня в шкафу целых 11 фарфоровых жен, за которыми уже глаз да глаз. Ну уж все мои богатства останутся при мне. А вот вам-то что останется? Самое драгоценное, что есть на свете. Любовь! Остались вместе навсегда.